снова здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Я очень рада, что у нас на канале появился еще один грамотный человек, которого я полностью ввела в курс дела, собственно, Вера-сан. Но у нас есть проблема. Она касается теперь уже и того замечательного перевода лучей, который я очень хвалю, и переводчик реально очень старается. Чем плох японский? Это тем, что мы не можем точно знать, откуда растут корни у некоторых имен. Вот видите, какой прикол? Вот 22 числа уже глава, а это не Бальдер. Это Бардо. Я напишу в комментариях к этому видео, какие у нас есть варианты на этот счет, откуда может расти это. Но как мы просчитались с Иксом насчет того, что он оказался Балором? То есть врагом племен Дану, а не верховным богом скандинавским. Вот это вот сейчас. Нет, я уже все, я обещала, я главу положу. То есть мы будем читать лучи. Мы будем читать лучи, пока мой канал реально не закроется нафиг. Но я вас очень прошу, те, кто не вступили в сообщество и здесь просто так по фану, не лезьте в мифологию. Вы начитаетесь не того, даже если будете искать по тем именам, которые сейчас используются у нас в официальном переводе лучей. Потому что этот персонаж у нашего переводчика английского, он Бальдер с самого момента своего появления. И у него анима совместимость с Флином, поэтому мы сразу высчитали, что Флин во всей этой заварушке Томус, он же Адонис, это по связи шумеров с Грецией. Но на самом деле этого Бальдра зовут отнюдь не Бальдер. И вот это вот сейчас пойдет в такие дебри. Господа, в такие дебри. Ой-ой-ой. Ну, ладно, давайте так, скажу честно, это хотя бы интересно, действительно. Это куда интересней, чем то, что могло бы быть. Но видите, как плохо здесь вообще связываться с переводами чего-либо. А вот не Бальдер это. Официально. Это термин, про который я сейчас напишу в комментариях. Ждите. Спасибо за внимание. Глава 22. Все, времени на раскачку у нас больше нет. Через 3 дня глава. Готовимся.